Привет всем! Меня зовут Юлия Зеленько. В соцсетях я больше известна как Fior Vanille, и я ретро-блогер. Пока у меня блог только в Инстаграме, вот, кстати, ссылочка на него, но я также хочу завести свой канал здесь. Итак, я более года одеваюсь в ретро-стиле каждый день и получаю множество вопросов по поводу своего внешнего вида, своего стиля. И в своем первом видео я решила поделиться с вами ответами на два самых-самых задаваемых вопроса. Это первый по поводу моей любимой красной помады, а второй по поводу причесок. Прически в ретро-стиле вызывают у всех интерес, восхищение. Очень многие спрашивают, как я это делаю, боже мой, ты делаешь эти укладки каждый день, господи, боже, это столько времени. И действительно создается впечатление, что на это часами нужно тратить время каждый день, но это не так. И сегодня я хочу поделиться четырьмя простыми укладками в ретро-стиле с вами, которые можно делать на прямые волосы без предварительной завивки. А также я отвечу на вопрос по поводу своих любимых помад. Четыре помады, четыре простых укладки в этом видео. Первая прическа в романтическом стиле. Я украсила ее цветами, но это по желанию. Помада NYX Liquid Suede номер 11. Очень стойкая матовая помада, которая держится весь день. Итак, начнем. Я сделала пробор посередине и отделила передние прядки за ушком. Затем закручиваем жгут по направлению к затылку и закрепляем невидимкой. Обратите внимание, как я делаю закрепление невидимкой. Сначала мы ведем кверху, снизу вверх, и затем переворачиваем ее, чтобы она более была спрятана в волосах. Далее мы делаем хвостик-петельку и закручиваем ролл. Затем его немного ослабляем, чтобы он был объемный, и закрепляем невидимками. Сначала по центру, а потом по бокам. После этого декорируем нашу прическу аксессуарами, которые вам нравятся и подходят вашему образу. Вот и все. Вторая прическа, самая моя любимая, это ролл сбоку и вывернутый хвост. Помада от ретро-бренда Bessemer в моем любимом цвете Red Velvet 1946 года. Итак, я сделала пробор сбоку, затем отделяю прядку за ушком и формирую ролл, закручивая его кверху. Затем закрепляю результат невидимками у основания. Беру силиконовую резиночку, делаю низкий хвост, разделяю волосы посередине и продеваю хвостик внутрь. Затем расправляю его, чтобы был объем. Готово! И следующая прическа – это холодная волна и простой узел. Помада от Clinique матовая, но с очень мягкой кремовой текстурой. Название на экране. Итак, я сделала пробор сбоку и с помощью вот такого зажима формирую первый изгиб волны, оставляя небольшой объем у корня. Второй изгиб волны находится над ушком. И с помощью третьего зажима прижимаем волну для того, чтобы она не была объемной. Затем формируем узел, завязывая волосы в жгут и окручивая вокруг основания. Главное спрятать кончики под узел. И закрепляем невидимками. Если у вас стрижка, вам нужно будет еще закрепить невидимками торчащие кончики волос. Осталось только залачить прическу, подождать, пока лак высохнет, и снять зажимы. Следующая прическа – это тюрбан и внезапно не красная помада от NYX Clip Tease Lip Lacquer, которая напоминает оттенком мне 20-е годы. Итак, мы формируем узел любой, лишь бы волосы держались. Берем платок, который подходит к нашему луку, и складываем его вдвое, чтобы получился треугольник. Затем мои действия в принципе видны, я расскажу лишь о деталях. Закрепляем обязательно невидимками тюрбан сзади и спереди у висков, потому что он может сползать. Ну а также формируем красивую
лежащую ткань, чтобы это был красивый тюрбан. Вариантов тюрбанов очень много. Это самый простой. Готово? Вот, собственно, и все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравились эти прически и цвета помад. И я буду очень рада увидеть ваши фото где-то в соцсетях, если вы мне пришлете. Я буду, ну, безумно рада увидеть, как вы смогли сделать свою прическу. Естественно, все прически были сделаны без использования каких-то укладочных средств, поэтому они какие-то, ну, не совсем идеальные перед тем, как выходить на улицу, но если их залачить, они будут классно держаться целый день, и вы будете выглядеть неотразимо. Спасибо большое еще раз за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Пока-пока-пока!